Друзья, ну вот только что мы разговаривали с рыбаком. Здесь у нас еще присутствует на рыбалке Вадим. Вадим, добрый день. Вадим некоторое время назад ко мне пришел, принес рыбку, мы поставили в холодильничек, и он продолжает ловить. Вадим, расскажите, пожалуйста, вот сколько рыбы вы принесли? Ну, там у нас весом вышел 10 с копейками, и количество, вы сказали, тоже 10 хвостов, по-моему, 10 да? 10 хвостов, мы просто не доставали ее. Как были пойманы, в какой промежуток времени, на что? Ну, примерно где-то с часу ночи. И до 3 ночи. Скажем, был хороший клев. Да. Вот эти 10 штук, вот они просто клевали. Один за одним. Ну, с промежуточком, ну, естественно, да. Хорошо клевали. На что брали? Чисто червяк. Обычный червяк, вот который да. мы берем. Без подсадок. Пробовал без опарыша, пробовал кукурузу. Угу. Бесполезно. Вот на червяка. Вот две банки было у меня, вот я их израсходовал. Все скормили, 10 да. штук поймали. И все. И, ну, сейчас уже вот нету ничего. Вернее, я не пойму, звенит он, вот одна удочка. Вот. Или ветер, или может кормушки подходит, трогает кормушку. И от того звенит. Шевелит, вроде движение идет. Ну так тут прыгает, мы сейчас вот и с вами смотрели. Да. И вот у ребят я прошел, вот только что поимка была, и тоже пока снимали, там так же прыгает. А вот с той стороны, видно, тоже поймали. А, напротив, которые ребята с той стороны? Ну, мы сейчас дойдем, посмотрим. Ну, спасибо вам большое, продолжайте, будем надеяться, что еще доберем. Хотя бы хвост. Ну, будем надеяться. Спасибо большое. Это вам спасибо.